получилось 4 версии того, что мы делаем. Итак, мы рассмотрели юзер-документ to customer, который позволяет безопасно хранить документ и предоставлять к ним доступ по запросу. Мы пошли дальше и предоставляем доступ к данным из документа, не картинки, вот этой, которая как бы сканируется, а непосредственно данные, которые извлекают среди имени, там, номеров и прочих значащих данных. Мы пошли еще дальше и придумали то, что мы свои заверенные данные защищаем технологии неопределенности. И дальше мы еще более углубились и придумали технологию защиты от утечек для платного или контента с ограниченным доступом. Времени мало, поэтому будет очень все быстро. Первый, самый кейс, который был непосредственно задача, решается с нами как? Юзер шифрует файлы с документами на своем устройстве. Потом пользователь хочет давать доступ к файлу только определенным потребителям, имеющим адрес на блокчейне Waves и имея возможность проверить этот адрес по своим критериям. Мало ли, чтобы там были, может быть, там какая-то должна быть активность определенная, или он как-то идентифицирован должен быть. Много вариантов есть. Итак, и пользователь у нас хочет фиксировать факт запроса на доступ к его файлам, а также факт предоставления такого доступа. Мало ли, этот файл потом куда-то утечет, и он будет знать и будет иметь доказательство того, что этот файл вот конкретно от этого человека утек. Итак, вкратце пробежимся. User, Crypted Files, Consumer, этот, который...